Мы на канале на Татусе. Сегодня не видео, концерт от меня. Поехали. 3, 2, 1. Всем привет! И сегодня у меня первый концерт на канале на Татусе. И всем приятного просмотра. Меня зовут Лимона. И оставайтесь на связи. Зрители подходят. И оставайтесь на этом видеоконцерте. Всем привет! Это первый видеоконцерт на канале на Татусе. Меня зовут Лимона, и я ведущая этого концерта. И у нас конкурс музыки. Музыкальный конкурс. Конкурс красоты. Так что оставайтесь на этом видео и приятного просмотра. Кандидатку зовут Фиона. Встречайте! Фиона! Привет, Лимоне! Я очень рада участвовать в этом шоу-концерте. Я первая кандидатка на конкурс красоты. И оставайтесь на этом видео и приятного просмотра. И сегодня первые кандидаты. Это Фиона. Встречаем! Я Фиона. Но я хочу быть моделью, потому что я очень хорошо умею петь. И хочу помогать другим людям. Аплодисменты! Следующий кандидат. Кандидатка это Уля. Привет, Уля. Почему ты хочешь быть моделью? Потому что я очень мягкая и я люблю Наташика. Аплодисменты Уле. Приглашаем в студию следующую кандидатку. И это фиолетовая Уля. Здравствуйте, фиолетовая Уля, вы очень большая, вы не вылезаете. Ну ладно, тогда я подойду к вам. Всем привет, я хочу быть моделью, потому что я очень люблю Наташика, и я очень мягкий и милый. Аплодисменты, Уля! Последний кандидат, это, представьтесь, это Миша Лёша, он тоже очень большой, не влезает в кадр. Ну, здравствуйте, Миша Лёша, рассказывайте, почему вы хотите участвовать в этом конкурсе? Потому что я очень мягкий и с Наташей с ранних лет, с детского сада. И я очень люблю Наташку, и я очень мягкий. Аплодисменты! Спасибо! Следующие кандидаты на конкурсы красоты. Первая Фиона. Фиона Клубничка. Все оцениваем. Я Наташа на диванчике, и меня сделала Наташа. Я очень красивая. Аплодисменты! Следующая кандидатка! Следующая кандидатка – это мама на диванчике! Мама на диванчике, скажи, почему ты хочешь участвовать в этом конкурсе? Я хочу участвовать в этом конкурсе, потому что меня сделала Наташа, и мне очень удобно сидеть на диванчике. Аплодисменты! Итак, кто же все-таки победил в двух конкурсах? Объявляем победителей! Для конкурса на модели первое место занимает Лёша Наташевич. Аплодисменты! Победитель конкурса.
победитель конкурса красоты Фиона Клубничкана! Поздравляем! Победительница с последнего конкурса! Победитель последнего конкурса и победитель конкурса. Я хочу стать моделью. Наташа на диванчике! Поздравляем! Это было мое видео, и всем пока-пока!